Всем привет! У нас сегодня на обзоре новый мод. Давайте его смотреть. Так, дверь не открывается даже в ванную комнату. Так, почему здесь никто никогда не кладет ключей? О, дверь открывается в дверь. Прикол. Так, что у нас там в коробке? Бейсбольные мячи и книга. Счастливого пути. Так, качели, которые с каменными веревками. Такой же каменный камин. Какой-то зефирный камин, он сжигает картинки детей. Он изверг. Вот мы прошли мод, все. Прикол. Он тут, получается, ничего не добавил. Это что такое? Давайте-ка откроем. Так, надо залезть на камин. Или хотя бы так. Есть. Где-то что-то открылось. Ничего тут нет. Очень ярко как-то в игре. Ярко и пусто. Ну-ка, стекла бьются. Если стекла бьются, значит мод нормальный. Вот только кружка в воздухе висит. Черный экран. Так, ну это как будто бы заготовка для мода. Да, я даже не знаю, что где открывалось. Ну-ка, можно на шкаф прыгнуть. Ха-ха. Только если отсюда, видимо. Ух ты, есть. Это класс, смог. Резиновое колесо, как будто бы для собаки. Тренировать бойцовскую собаку. Так, тут можно свет вырубить. Там дымок идет. А здесь мы, наверное, сможем свалиться. О! Этот дом активный или нет? А нет, это у нас текстура. Давайте свалимся. Раз он границы не сделал. Вот, смотрите, обои какие-то. Ну, на этом мы, конечно же, закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.